Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Як народжується справжнє мистецтво і в якому віці йому можна навчатись? Дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. В прошлом году було 25 років. Як я совершенно неожиданно для себе умудрився стати ювелиром. Ні одної цієї речі, второї в світі не существує. Це не тираж. Здесь три дома с улицы Адмиральской, где я родился. Здесь музей судостроения флота, здесь Садко, бывший наш. Это Николаев. Это взгляд на события 91-92 годов из Николаева. Один из центральных образов – памятник Ленину. И бульдозер вот такого красного цвета его подковыривает. Нарисовано это было в 92-м году. Людина, яку ми вам, друзі, представляємо сьогодні – достойна вашої уваги. Друзі мої, і знову ми з вами в стінах Ніколаївського обласного художественного музею імені Василія Верещагіна. І знову ми напитуємося цією красотою. Но сьогодні я хочу представити вам удивительного чоловіка. В принципі, він вам знаком, но сьогодні він предстає в несколько другом качестві. Це кавалер ордена Карла Фаберже. Представляете, друзья мои, какие в нашей программе люди? Вот он, этот кавалер ордена Карла Фаберже, Сергей Николаевич Росляков. Да-да. Сергей Николаевич, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами беседуем совершенно в другом качестве. Вы предстаете перед нашими телезрителями как кавалер ордена Карла Фаберже. Вот, друзья мои, прошу обратить внимание, у Сергея Николаевича на груди горит огнем этот орден. Сергей Николаевич, как вам удалось его получить? Я понимаю, что вы его не хотели получать, зная вашу скромность, но тем не менее. Вообще-то все это началось достаточно давно, 25 лет назад, даже чуть больше. В прошлом году было 25 лет, как я совершенно неожиданно для себя умудрился стать ювелиром. Значит, история-то довольно долгая, наверное, всю ее рассказывать не надо. Ну, так получилось, что мой хороший товарищ, ювелир, и одновременно он работал очень долго в культуре, причем не только в нашем городе, но и в других местах. И он предложил мне перед своим отъездом в далекую зарубежную страну, давай научу тебя ювелирному делу. А что, можно так? Можно, конечно. Индивидуальным образом, в мастерской с мастером. Значит, мастера этого звали и зовут Ариф Алиев, Ариф Мирзоевич Алиев, который работал в управлении культуры в госадминистрации. Но он же был ювелиром, причем очень хорошим и талантливым ювелиром. Ювелирное искусство он изучал на Кавказе. Вот, ну, вы, наверное, по фамилии догадались, что это человек... Президент Азербайджана. Наверное, дальний родственник, хотя он отрицал это. Да, он и сам из Баку, значит, но Кавказ же это действительно такой регион, где на очень высоком уровне ювелирное искусство практически во всех странах. Но он больше в Дагестане занимался изучением этого искусства. И, в общем-то, вот он успел до своего отъезда в далекое зарубежье, где он осел, значит, он успел мне передать навыки вот этого вот сложного и не очень безопасного искусства для человека, потому что там имеешь дело с химикатами, с разными сплавами, с газами и так далее. Но искусство это очень увлекательно, я, в общем-то, как-то сам для себя неожиданно втянулся. Вечерами я ходил, изучал это искусство, очень сложное, между прочим, очень непростое искусство огня и химикатов. И причем там же как бы пришлось два сразу одолевать направления. Это работа с металлом, с металлами. Вот. А работал я с ювелирными сплавами. То есть не с золотом, не с серебром, а с ювелирными сплавами. А это тут Мельхиор, Нейзельбер, их много достаточно, там зависит от процентного содержания металла того или другого, разные названия. И вот, ну и ведь и камни еще надо было научиться обрабатывать, знаете. Камни, причем камни, ну они, конечно, не самые такие дорогие, это в основном поделочные камни.
Вот. Ну, или полудрагоценные, такие, да, камни? Как, такие, как сердолик, да. Вот я очень люблю этот камень, вообще-то мой любимый камень. Вот, такие камни, как родонит, малахит, ну, хотя были и достаточно, хризопразы были, ну, достаточно дорогие камни. Но их надо было научиться обрабатывать. Значит, камни параллельно шли с металлом. И вот так где-то примерно, наверное, год это длилось, одолевание этого ремесла. То есть год вы учились, да, под руководством мудрого мастера. Да, мудрого мастера, очень талантливого. И, конечно, он на меня очень сильное воздействие оказал, особенно на ранних этапах, потому что вот я как бы анализирую сейчас, сколько лет прошло, у меня изначально все-таки больше было восточное такое направление в ювелирном искусстве, связанное с орнаментикой восточной, связано с использованием там соответствующих камней, какие Восток любит. Он любит особенно вот сердолик, любит бирюзу. Это чисто восточные камни. Но потом я вам скажу, что все-таки, ну, это уже прошло после отъезда Арифа в Америку, это изменилось направление. Я больше стал в образах работать. И образы, вот одна из первых работ, между прочим, моих была, это набор серьги, который я назвал «Великолепная лайма». Значит, ну, вы помните, наверное, эту известную певицу, которая, да, и сейчас она еще поет хорошо. Вы имеете в виду лайму Вайкули? Вайкули, да. Она мне очень нравилась, и она и мне сейчас нравится, как исполнитель. Да и как женщина, она очень умная, мудрая женщина. Вот. И вот я, значит, два камня, обработанных в виде галстука такого большого из яшмы, я сделал серьги в виде такой вот шляпка, галстук и очки. Вот она как раз тогда, это ее был сценичный имидж лаймы Вайкули. И вот с этого момента пошла образность, вы знаете. И потом были, ну, пришлось обращаться к разным культурам. Это интересно очень. И к африканским культурам. И там были у меня образы, которые вдохновляли, там, бенинская бронза, например. Были очень интересные, на мой взгляд. Она и сейчас, кстати, единственная серия у меня сохранилась. Серия таких мощных, больших перстней. Конечно, не для ношения, они такие, для демонстрации. Носить их невозможно, они крупные очень. Где Древний Восток в четырех обликах запечатлелся известных стран того времени, это Древнего Востока, это Древний Египет, вот, Древний Шумер, Древняя Сирия и Древний Израиль. То есть вы не просто делали драгоценности, вы еще и запечатлевали в них историю всей Земли. Ну, в этой серии Востока, Древнего Востока, потому что это колыбель, наверное, все-таки и той же европейской цивилизации, отчасти нашей цивилизации, опосредованно через там, античность рядом с нами. И вот эта серия, она, понимаете, заставила меня искать какие-то характерные черты вот в этих цивилизациях. Ну, спасибо, тут, конечно, образование помогает, вот, потому что ну, я и в свое время изучал это все достаточно интенсивно. И, например, вот образ Израиля, это по цвету даже, это, допустим, синий камень берется и белый металл. Вот, и даже цвета флага израильского сегодня, это мы знаем, значит, звезда синяя и на белом полотнище. Вот. И я сохраняю эти вещи. И, скажем, то, что касается, допустим, Египта, там тоже характерный для Египта камень. И черты этих народов, которые вот жили, да и сейчас живут на своих территориях, да, очень интересное явление. Вот. Ну, а еще как бы мне вспоминается образ Сальвадора Дали, которого я тоже очень люблю, это один из любимых моих художников в 20-м столетии, безусловно. Значит, и я его давно уже, значит, для себя отметил как одного из ярких творческих персонажей 20 века, я сделал перстень Сальвадор Дали. Значит, с огромным камнем в виде шапки у него сердолик,
что действительно загадочный камень. Его считают масонским камнем даже, да? Сердолик Пушкин носил сердоликовый перстень и так далее. Значит, и, естественно, вот характерные черты лица Дали, длинные волосы, это усы вот эти знаменитые, закрученные, которые он подсмотрел сам в свое время у Веласкеса, и он любил Веласкеса в свою очередь, и вот эти усы, и вот этот один глаз у него горит красным камнем, а другой глаз нет, он тусклый такой. Это, я до сих пор считаю, что это одна из лучших моих образных вещей, образных. Вот эти образы, они, получается, в общем-то, потом со временем перебороли вот эту восточную орнаментику. И вот я сейчас сам вот это все анализирую, и мне очень интересно. И этот орден в какой-то степени неожиданно абсолютно для меня, что у нас здесь был в гостях представитель этого. Это международный мемориальный фонд есть. Карла Фаберже, центр его находится. И там живет председатель почетный Татьяна Фаберже. Она, я уже там не помню, про какая. Настоящая Фаберже, да? Настоящая, да, настоящая Фаберже, действительно, она наследница. Единственная, которая сохранилась вот до нашего времени, не такая уж она. Достаточно еще, ну, относительно молодая женщина. Вот, и у них в Нью-Йорке филиал свой, в Санкт-Петербурге тоже. Значит, и вот как-то, ну, наверное, еще оценили, кроме вот этой деятельности, я все-таки с удовольствием всегда искусство ювелиров любых пропагандировать пытался, и выставки мы устраивали, были выставки ювелиров николаевских, например, вот, были выставки, и недавно вот была выставка, в конце прошлого или начале прошлого года, была выставка ювелиров николаевских сегодняшнего дня. Они все, сейчас все изменилось, и те, кто работали в 90-х годах, практически они уже не работают. Ну, новые пришли, никуда это искусство не денется. Оно, то есть оно всегда будет, оно, да, Сергей? Будет всегда, да, несмотря на то, что сейчас, конечно, фабрика вытесняет все. И вот эти вот абсолютно безликие украшения, которые мы видим на прилавках многочисленных, между прочим, ювелирных магазинов, ну, они просто неинтересные, честно говоря. Вам, как ювелиру, они неинтересны? Они неинтересны. Мне кажется, что они высокотребовательному покупателю, так сказать, они тоже неинтересны. Почему, допустим, в Киеве Лабартаса фирма, значит, она, в общем-то, процветающая, потому что она делает уникальные изделия ручной работы. Ну, а, конечно, дорогие, они не дешевые. Вот. И выставки устраивают интересные. Мы, кстати говоря, тоже выставки устраивали. Вот у нас была выставка в 97 году трех николаевских ювелиров. Вот один я из них оказался, другой Сергей Николаевич Дорошенко, к сожалению, ушедший из жизни недавно. И Сергей Николаевич Кручинин. Вот. Три Сергея. А мы так и назвали так. Ну, демонстративно, может быть, немножко так. Как украинцы говорят, зухвало, значит, назвали студия 3SN, студия 3 Сергея Николаевича. Еще есть 3 Сергея Николаевича, как это все? Николаевича. Выставка была очень, на мой взгляд, очень интересная, особенно вот работы Сергея Николаевича Дорошенко и Сергея Николаевича Кручинина. Вот. Ну и я там с ними, короче, подвязался тоже рядом. Вот. Но все это, все равно это все так или иначе работало на популяризацию. Причем, между прочим, наших николаевских ювелиров, вот мы ездили тогда и с этими работами в Киев, на День города Киева, на День Незалежности Украины, значит, там на Андреевском спуске, значит, пользовались большим интересом и популярностью их, в общем-то, и купали, как говорится, с удовольствием. И спрашивали, а николаевцы приехали? А николаевцы приехали? Где николаевцы? То есть у нас такая складывалась школа своеобразная, очень интересная, самобытная, на стыке Востока и Запада, между прочим. Что там, ну, вот, образность вместе с этой орнаментикой, они присутствуют активно в тех работах того времени. Вот 90-е годы, начало 2000-х годов. Ну, сейчас все немножко поменялось, и
мастера другие, но тем не менее есть в Николаеве потенция к тому, чтобы все-таки здесь была своя самобытная, своеобразная, региональная, естественно, художественная школа. Ну вот это все в совокупности, наверное, вот какое-то мое участие в непосредственных работах и участие в популяризации. Вот все это привело к тому, что в 2013 году вот этим указом, значит, мемориальный фонд Карла Фаберже наградил меня вот этим орденом под номером 106. И вы являетесь кавалером ордена Карла Фаберже. Я являюсь, действительно, это правда. Никаких, без всяких преувеличений и без умолений. Это правда, да. Сергей Николаевич, вот если на минутку отвлечься от ваших драгоценностей и перейти вот к картине, которая вот здесь вот выставлена на мольберте, ведь эта картина писалась, как вы изволили заметить, еще в то время, когда рушился Советский Союз или был уже разрушен, и рождалось новое государство. И вот как-то глядя на эту картину, телезрители, вы сейчас внимательно еще увидите ее поближе, как-то здесь все промыслительно. Это говорит о том, что художник может заглянуть не вот то, что он видит, а сквозь пространство. Да, вы понимаете, вот там, например, один из центральных образов в центре работы, рядом с водонапорной башней, там изображен памятник Ленину. И бульдозер вот такого красного цвета его подковыривает. Нарисовано это было в 92-м году. То есть даже никто не мог себе представить, что памятник Ленина может просто быть сковырнут. Ну как никто? Это не есть предвидение. Дело в том, что менялось тектоническое сознание. То есть ясно было, что если народ отказался от какой-то идеологии, то она уже не будет существовать. И нельзя, как говорил великий Гераклит, два раза в речку войти, в одну и ту же. Ну, нельзя. Поэтому, ну, ясно, что да, все, с этой идеологией. Ну, вот так вот образно это решилось. Ну, то, что оно потом так и оказалось. Но ничего в этом, я не вижу, например, никакого в этом особого такого дара предвидения. Ну, художник, он обычно фиксирует мелкие детали происходящего вокруг него. А потом эти детали перерастают, собираются в какие-то, ну, как говорят философы, значит, количество перерастает в качество. И вот видите, здесь масса разных групп, тут и по поговоркам народным есть группы объединенные. Кто-то не растерялся и залез в карман к своему приятелю, значит, а тот не знает об этом. Он спорит, а у него в это время вытаскивают из кармана. Кто-то отчаялся, значит, и пошел во все тяжкое, значит, как вот выражаясь словами Владимира Высоцкого, помните? Если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с пяти бутылок? Вот, и кто-то спивается, кто-то попрошайничает, кто-то страдает в борьбе, умирает. Жизнь и смерть рядом всегда. И в такие периоды, когда напряженность в обществе нарастает до предела, оно все обостряется. И оно в гротескной, конечно, форме все это показано. Но это было вокруг нас, мы это видели, наблюдали. Кто-то плясал, танцевал, кто-то рыдал, истязал себя. И это вот эта вот длинная очередь, вот там в центре работы, это как раз очередь в ад. Вот. Но в ад не работает спускной механизм. Поэтому все стоят, остаются там, где есть. О ней можно час и не один, наверное, рассказывать. Особенно, если вдаваться в историю того или иного персонажа. Тем более, что здесь есть персонажи, которые имеют прототипы в реальной жизни Николаевской. И это все Николаев. Есть ни одного дома, ни Николаевского нет. Ну, кроме там, значит, на дальнем самом. Но там уже вдалеке море блещет, солнце восходит, и где-то далекая и прекрасная страна, да, Сергей Николаевич? Там далекая и прекрасная страна, ну, очень далекая, значит, да, к сожалению. Ну, и вы знаете, здесь еще такая, как говорят, ключевая точка, это вот эти часы, будильник, где застыло время, 1 час ночи, 22 минуты. Там, с секундами. Это точное время Чернобыльской катастрофы. Потому что еще тогда не так много времени прошло, и очень болезненно это воспринималось. Мы до сих пор, между прочим, многое не осознали, что касается Чернобыля. Это страшная была катастрофа, страшная трагедия для народа.
которая во многом способствовала предопределению вот участи страны, дальнейшему движению, понимаете. Вот здесь все дома, вот здесь три дома с улицы Адмиральской, где я родился, здесь музей судостроения флота, здесь Садко бывший наш, здесь дом ребенка, значит, это все Николай, это Николаев. Это взгляд на события 91-92 годов из Николаева. Что интересно, Сергей Николаевич, несмотря на то, что вы эту картину писали более 20 лет тому назад, как-то все оно остается, в принципе, и неизменным. Ничего не поменялось в лучшую сторону? Ну, или поменялось? Вот здесь был у меня, как помню, приехал ко мне товарищ, известный искусствовед из Киева, Федорук Александр Костянович. Он, значит, посмотрел работу, говорит, мне, говорит, очень понравилось, так хорошо вся эта пена показана, которая вспенилась. Похвалил, в общем, было приятно, что он все-таки доктор наук, академик. Значит, и вот ему эта работа очень понравилась, и он говорит, продолжай, значит. Ну, я, в общем, у меня есть продолжение, да, и более поздние работы, такого же направления, то есть показать срез общества, человек и время, социальные слои, как они по-разному реагируют. Кто-то мыслит прошлыми категориями, кто-то в будущее стремится, а кто-то сегодня. Сегодня вот что может, то и вытаскивает, как говорится. Да? Поэтому эта работа, ну она, видите, она, понимаете, ювелирка родилась рядом с ней, потому что так получилось. Если... И картину писали одновременно, да. И ювелирным делом. Вот это вот самое интересное и самое удивительное, потому что настолько разные все-таки деятельности. Картина висела у меня дома слева от меня, а ювелирный стол со всеми его атрибутами достаточно такими... Ёмкими, да, и, честно говоря, и грязными, потому что там и бензин, горелка бензиновая была, там и вот эти и соляная кислота... И так далее. Ну, это все, ну, такая работа. Но они рядом были, да, и писалась картина, и одновременно вот это... Вот я почему спустя 25 лет с удивлением вот на это все смотрю и пытаюсь как-то анализировать, как оно получилось, что вот я вдруг неожиданно всю жизнь занимаюсь до этого живописью только, ну, графика немножко тоже, и вдруг перешел и параллельно работал в изготовлении серий, колец, всевозможных кулонов. Эскизы, Сергей Николаевич, вы сами их придумали? Это все мое, да, это все мое, и я нечничаю, это все это чисто творческие работы, абсолютно творческие. Для того, чтобы заниматься даже ювелирными изделиями, чтобы их делать, нужно все равно знать и историю хорошо, и ну, нужно все знать. Желательно, да. Иначе получаются такие безликие драгоценности, какими наводнены сегодняшние прилавки. Ну, да? Они не просто безликие, они никакие. Это машинное производство или автоматическое литье какое-то, значит, по готовым образцам, тиражируется в огромном количестве, а ведь это все уникальные вещи. Ни одной этой вещи второй в мире не существует. Это не тираж. Но остаются такие замечательные мастера, как вы, Сергей Николаевич. И вот если, а подводить итоги ни в коем случае нельзя, но если даже судя вот по этой сегодняшней выставке и по этому замечательному вечеру, который объединяет многих ваших друзей, которые любят прекрасно и стремятся в эту прекрасную и удивительную страну, ваше такое слово к ним? Ну, во-первых, любите все прекрасное, любите все, жизнь очень красива сама по себе, земля очень красива сама по себе, и то, что люди делают своими руками, делают хорошо, это, наверное, проявление, опять-таки, с одной стороны, некой божественной воли, потому что при всем при том, нельзя сказать, что нами не управляет божественная воля, она управляет, несомненно. И делать надо свое дело хорошо, качественно, а не халтурно. Вот это вот главное. К сожалению, профессионализм сегодня во многих сферах исчезает или низводится на уровень чрезвычайно низкий. И уже вот даже простые профессии иногда, и специалисты, которые раньше были, и раньше были на вес золота, а сегодня их практически нет, они исчезают или перемещаются куда-то, и почему-то от нас уходят.
Это плохо. Давайте на положительной все-таки ноте. На положительной ноте, да. Уходят все одни. Но ну, здесь, понимаете, я в какой-то степени, конечно, человек трезво мыслящий, но все-таки хочу повторить известное высказывание Федора Михайловича. Красота, действительно, она может спасти мир. Я не говорю, что она обязательно спасет, но она спасти мир может. Может. Если будет иметь достаточное количество тех, кто занимается красотой на честном, порядочном уровне, а не халтурой. А то, как говорила одна известная скульптор, ученица Родена, к сожалению, есть искусство, а есть искусство халтуры. Вот халтуры допускать нельзя. Кавалер ордена Карла Фаберже, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна Сергій Росляков, бажає вам, друзі, позитиву. А я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.